что мне сразу информацию подтвердили, потому что человек знал, как он выглядит. Вот, там сразу фейсы все отцепили. Вот, медицинских сотрудников туда не пускали. Вот, по девятому, потом уже когда по татуировкам, там, по росту, вот, узнали, вот он мне тоже подтвердил. Но это еще вчера вечером было. Вот, плюс тела обгоревшие, но есть поражение этими осколками. Вот, потом первый на место приехал, они снимали все это дело. Там следы поражения этими прямоугольными осколочными элементами. Вот, соответственно, это, ну, я не специалист ПВОшник, но, скорее всего, это либо С-300 отработало, либо что-то, ну, такое. И также...